Голубицкой. 16 сентября. Вроде бабье лето настало. Сильный шторм. Море как парное молоко. Градусов 25. Но из-за шторма особенно не покупаешься. Страшновато. Спасателей тут нет. Людей тоже мало. Поэтому страшновато, честно говоря. Хочется искупаться, но... Это вот сейчас, кажется, вроде небольшие волны. На самом деле там волна очень сильная. Вот мужчины купаются. Людей на пляже вообще нет. Вообще почти пустой пляж. Можно с самоизоляцией лежать под себя. Море вообще теплое. Это что-то. Но очень беспокойное. Прям вот вода теплая, как в ванне. Прям заходишь, вообще тепленькая водичка. Но волна такая, что страшно, честно говоря. Вот два мужчины отважились искупаться. Но я не мужчина. Я боюсь, честно говоря. Просто как-то раз так шторм купалась, потом еле вышла из моря. И теперь я побаиваюсь такую погоду купаться. Но стою в воде, вода теплая. Настоящее бабье лето. На пляже почти никого, народ только так. Кое-где спит так лениво на берегу. А водичка... Просто чудо.